Авиакомпания «Якутия» реализовала более 3500 субсидированных билетов на Дальний Восток. В период действия программы до 30% билетов на каждый рейс реализуются по льготным тарифам. В этот раз их продажа продлится до 1 декабря текущего года. Специальным льготным тарифом могут воспользоваться молодежь в возрасте до 23 лет, женщины старше 50, мужчины старше 60, инвалиды первой группы любого возраста, граждане, сопровождающие инвалидов первой группы и детей инвалидов. Отмечу, что при покупке субсидированного билета необходимо предоставить заверенные кассиром копии документов. Поэтому билеты невозможно приобрести на сайте компании. Количество покупок авиабилетов для таких перелетов не ограничено. Также авиакомпания открыла продажу по постановлению правительства республики по субсидированию в арктические районы. Авиакомпания выполняет полеты по 14 маршрутам, из них 11 республиканских. Количество мест по данному постановлению оно квотируется как количественно, так и суммой, выделяемой авиакомпанией.